Мне единственное, что хотелось бы тебе пожелать, не пытаться его переделать. Угу. Ты его пытаешься воспитывать, а мужчину я знаю. Ни в коем случае нельзя воспитывать. Ни в коем случае. Иначе он перестанет быть мужчиной. Что мне он делать? Превратится в тряпку, и да. ты сама его потом выкинешь. Да. А ты отпусти, расслабься угу. и получай удовольствие. Да. Конечно. Но я ему как бы облегчить, его наставляю. Зачем ты от него что-то требуешь? Самое интересное, понимаешь, смотри. Я боюсь, что он не справится. Мне нужен компьютер сейчас, твой, в данный момент. Твоя проблема, ты сейчас как раз и сказала. Ты что-то от него хочешь потребовать, и тут же еще и боишься, что он не справится. Ну, ты прикинь, не, сколько ты создаешь помощь, ему геморрой. То есть ты создаешь геморрой себе, и этот геморрой еще и на него перекладывается. Да, потом что вы не можете... я виноват, ты понимаешь, так же. Как бы, я не могу ее оставить виноват. Знаешь, как бы... может к чему все прийти? Знаешь, к чему может все прийти? К чему? А может все прийти к тому, что рано или поздно Димкин мозг может не выдержать. Мужчина, настоящий мужчина, который, а по природе никто не хочет быть тряпкой, правильно? Безусловно, чтобы конечно. Им вытирали ноги. А рано или поздно где-то там может сработать, щелкнуть вот такая штучка, чик, хопа, и все, он может отказаться от тебя навсегда.